Хорошо, друзья, итак, я вижу, что вы меня слышите хорошо. Я еще раз приветствую всех, кто пришел к нам на сегодняшнюю встречу. Я пока отключу чат. Итак, друзья, сегодняшняя встреча направлена на то, чтобы, во-первых, рассказать вам о том ролике, который вы только что посмотрели, чтобы понять, о чем идет речь. Потому что если мы не понимаем, о чем идет речь, мы куда-то не туда идем. То есть, если мы не знаем, куда мы идем, у нас глаза на затылке, мы идем куда-то не туда. Правильно? Правильно. Во-вторых, я покажу вам, где лежат деньги в Access. Потому что многие, наверное, еще до сих пор не понимают, о чем идет речь. Мы об этом говорим постоянно, многие не слышат. В конце нашей встречи я дам слово Владимиру Болдыреву. И в конечном итоге наша цель сегодняшней встречи – понять, в общем-то, для чего нужно приглашать людей. Почему я должен приглашать людей на презентацию? Для чего мне это нужно? Абсолютно неважно, вы гости или партнеры, давайте сегодня еще раз послушаем и посмотрим. В конце нашей встречи посмотрим, кто что понял из нашей сегодняшней презентации. Хорошо? Итак. План нашей конференции следующий. Коротко о компании. Формула успеха в Access. Как заработать в Access Marketing. Выгоды маркетинг-плана. Стратегия успеха и возможности заработка, возможности дохода. Коротко о компании. Мы с вами знаем, что Стив Реннер и Боб Кинсела, основатель и президент нашей компании, постоянно проводят лайв-презентации, на которых люди имеют возможность задать вопросы. То есть, эти люди не скрываются, они всегда на виду и всегда можно задать совершенно конкретные вопросы и получить ответы. Компания Access Marketing является одной из самых легальнейших компаний сегодня и в мире, и в интернете, потому что прошла финансовую проверку. Благодаря нашему юридическому консулу Питеру Волду, Верховный суд Соединенных Штатов Америки сказал, что компания очень легальная, и поэтому сегодня нет никаких проблем. 2,5 года проверяли компанию и не нашли ничего криминального, ничего подозрительного. Все получили свои деньги и продолжают зарабатывать. Очень важным моментом легальности компании является наличие офиса. Причем не просто непонятно где, а совершенно конкретного. В Миннеаполисе находится офис. Я был в этом офисе, видел все своими глазами. Второй офис находится сегодня в Силиконовой долине, где работают 8 высокооплачиваемых программистов. И с каждым днем и программистов становится больше. И в этом году ожидается большое количество новых продуктов. Суппорт работает просто изумительно на 5 языках. В частности на русском. Вы можете всегда написать тикет или позвонить в службу поддержки и получите ответ. Цель компании Access заключается в том, чтобы стать первым провайдером интернет-рекламы, интернет-услуг для малого и среднего бизнеса по всему миру, имеется в виду догнать Google. Что мы видим с вами в Google? Что происходит? Люди платят деньги и хотят быть на первых местах. Платят деньги, ничего не получают назад. Естественно, ничего. Мы видим с вами, что люди платят достаточно большие деньги, особенно если хотят находиться на первых местах. Если заканчивается бюджет, то уже невозможно давать рекламу, и ты отодвигаешься на более низкие места, потому что ты трафиком не владеешь и так далее. Что же предлагает Access? Access предлагает удивительную возможность не только сэкономить на рекламе, но еще и зарабатывать деньги при помощи маркетинг-плана, если вы приглашаете других людей, которые хотят сэкономить на рекламе. Скажите, кто бы не хотел сэкономить, все хотят. Как это делается? Очень просто, друзья. Чуть позже я покажу. Путем просмотра сайтов других людей мы зарабатываем много рекламы. Поэтому, видите, наша симпатичная свинья, которая экономит деньги, она говорит: ребята, что вы делаете? Что вы делаете? Зачем вы где-то платите деньги? Приходите к нам, она говорит. И вот мы видим с вами, что даже пользуясь нашей поисковой системой, которая является одним из основных продуктов нашей компании, просто задавая поисковые слова, вот, например, видите, вот мы задаем, например, поисковое слово «отдых». И вы что-то ищете, например, и при этом вы зарабатываете кредиты. Но не только кредиты, еще и реворды, которые потом можете превратить в деньги. Поэтому, конечно же, преимущество нашей поисковой системы просто невероятное. И наша задача, чтобы люди просто пришли к нам и попробовали всем этим воспользоваться. Я вас уверяю, что ни один нормальный человек не будет больше платить деньги, неважно где, в Google, в Яндекс и так далее. Об этом мы будем говорить
на нашем занятии. Поэтому, конечно, просто смешно сегодня платить деньги, когда их можно экономить и зарабатывать. Я спрошу, задам вопрос любому человеку, что ты хочешь, тратить деньги или ты хочешь сэкономить? Если человек говорит, нет, я хочу продолжать тратить деньги, ну, понятно, у человека что-то где-то нестыковка, где-то он чего-то не понимает, у него что-то, какая-то проблема с сообразительностью, да? А если мы говорим, что можно сэкономить деньги, у тебя может быть очень много рекламы, которую ты не будешь знать, куда девать, можешь продавать ее, пожалуйста. Делайте все, что хотите. И давайте теперь перейдем к пониманию бизнеса. Но прежде чем пойдем дальше, я задам вам вопрос. Создали ли вы уже на сегодняшний день пассивный источник дохода? Можете ли вы сказать, что я могу сегодня ничего не делать? Я могу месяц ничего не делать? Я могу год ничего не делать? Имеете ли вы такой источник дохода? Я очень сомневаюсь, что многие из вас это имеют. Обращаюсь я особенно к нашим гостям. А сколько денег вы уже потеряли в сомнительных проектах за неделю, за месяц, за год? Запишите себе эти цифры после нашей презентации. Запишите и спокойно подумайте, сколько денег я потерял, участвую непонятно где. И последний вопрос. Хотели бы вы создать стабильный источник резидуального пассивного дохода, который будет у вас постоянно? И вы знаете, что он у тебя и сегодня есть, и завтра, и послезавтра. Я думаю, что ответ на последний вопрос, конечно же, очевиден. Кто не хочет это сделать? Давайте посмотрим на формулу успеха в Access. Она очень проста. Купи старт-кит за 59.95. Купи директорский пакет и начни серфинг. Все. Это тот принцип основной. Если вы это поймете, если бы вы больше вообще ничего не знали, нам больше вообще ничего и не нужно. Купил старт-кит, купил директорский пакет, начал серфинг и видишь начисления в бэк-офисе. Вот об этих начислениях мы сейчас и поговорим. Регистрация осуществляется очень просто. Возьмите реферальную ссылку вашего спонсора или введите ID вашего спонсора и, пожалуйста, зарегистрируйтесь. После этого вы идете в раздел «Покупки продуктов», выбираете либо за 2059 пакет, либо за 5, тогда вы не платите 59.95. Ну, а если у вас больше денег, если вы еще лучше поняли, заходите на $10,000, тогда 59.95 вам тоже не нужно платить. Обратите внимание, что мы получаем с вами, вы все это можете очень подробненько посмотреть в бэк-офисе, когда бесплатно зарегистрируетесь, но обратите внимание, на первую строчку, что мы получаем с вами? Мы получаем 2000 основных хайпоинтов и 2400 бонусных хайпоинтов, всего 4400 хайпоинтов, пунктов. Что это за такие пункты? Для чего они нам нужны? Я вам хочу сказать, друзья, что именно в этой картинке и в этом понимании заложен самый главный смысл Access Marketing. Что это значит, друзья? Это значит, что iPoints являются самым основным продуктом компании, кто еще не понял, о чем идет речь вообще в Access. Мы каждый день об этом говорим, сегодня мы усилим это для того, чтобы мы поняли, где же лежат деньги. Где лежат деньги в этой системе? Люди приходят и говорят, слушайте, почему так сложно? Где же деньги лежат? Расскажите мне уже в конце концов. Хорошо. Сегодня мы об этом поговорим. После того, что вы купили пакет и приобрели определенное количество iPoints, вы должны выбрать не 50%, а вы должны выбрать 100%. Сейчас я возьму стрелочку и покажу вам. Вы должны кликнуть вот сюда. Вы должны кликнуть на 100%. Многие этого не понимают и говорят, слушайте, я хочу быстро забрать деньги, отдайте мне мои деньги быстрее. Ну послушайте, ну ни в одной программе, где вы участвуете, все знают, все умные люди, ни в одной программе такого не бывает, что ты сегодня зашел и завтра вытащил какие-то непонятные деньги из системы. Ну такого не бывает. Ну не бывает. Все, где обещают очень быстрые деньги, это все пирамиды, лохотроны и так далее. Ну, а что же мы должны делать? А мы должны поставить опцию 100%. Для чего? Для того, чтобы создать как можно быстрее, как можно большее количество iPoint'ов. Как можно большее количество iPoint'ов. Для чего? Давайте посмотрим на следующий слайд. Каждый день компания от общего товарооборота ежедневно выплачивает партнерам 35% от этой суммы.
Вот она создала сегодня товарооборот, и 35% ушло всем партнерам. Давайте посмотрим. У вас мало айпоинтов, вы мало заработаете. У вас много айпоинтов, и вы будете зарабатывать гораздо больше пропорционально вашим пунктам. Пропорционально вашим айпоинтам. Поэтому, когда некоторые люди говорят, послушайте, ну почему я так мало зарабатываю? Всего лишь $6 в день. Ну правильно. А сколько у тебя айпоинтов? Зайди в бэк-офис и посмотри, говорю я. Посмотри, сколько у тебя айпоинтов на сегодняшний день. Оказывается, что их как было 4400, так они есть, или даже чуть-чуть меньше, потому что эти люди ничего не делают. Поэтому кого винить в этом? Поэтому кто-то зарабатывает $6, кто-то зарабатывает 60, кто-то зарабатывает 600, кто-то зарабатывает $1000 в день. Скажите, кого нужно в этом винить? Если мы знаем принцип, то есть если мы обладаем информацией и понимаем смысл, в чем же заключается смысл эксес-маркетинг, где лежат деньги, вот тогда мы будем правильно двигаться. Вот об этом мы сегодня и говорим, что для того, чтобы зарабатывать деньги, нам нужны iPoints. Давайте немножко остановимся на этом слайде и поговорим с вами, что же такое iPoints. Ну, во-первых, iPoints — это ваше долевое ежедневное участие. Во-вторых, iPoints — это возврат ваших денег. Причем, если вы делаете все правильно, то многократный возврат. То есть вы положили деньги один раз, например, $2059, 95 центов, и можете заработать очень много денег и много-много раз вернуть эти $2000. Потому что вы не просто... Ну, сейчас мы еще с вами будем говорить. То есть вы включаете механизм постоянного стабильного дохода. Еще раз, вы получаете ваши деньги назад. Скажите, как много компаний, в которых вы участвуете, мы участвуем, участвовали, еще многие будут участвовать, где вы никогда ничего не получите назад за то, что потратили деньги за какой-то продукт. Или я не прав? Как много компаний, где вы вообще ничего не получаете. Вы купили продукт, ну иди домой, все, спасибо. Мы сами разделим прибыль так, как мы считаем нужным. Никто не возмущается. Что мы покупаем с вами? Мы покупаем рекламу. Но у нас есть еще айпоинты, которые сопровождают нашу рекламу. Мало того, что у нас много рекламы, но у нас есть еще айпоинты, при помощи которых мы постоянно зарабатываем деньги. Что такое iPoints? iPoints, я вам скажу, это пятая волна сетевого маркетинга. Благодаря основателю компании Стиву Реннеру мы получили в руки уникальный инструмент, при помощи которого можем зарабатывать деньги. И многие люди, я вам скажу, по большому счету, понятия не имеют, что есть лучшая возможность. Они продолжают и сотрудничать с другими компаниями. Это все равно, что иметь, я вам скажу, глаза на затылке. Потому что если у тебя глаза на затылке, ты не можешь идти вперед. Шаг вперед, два назад. По-другому не получается. Поэтому, друзья, еще раз скажу, если кто-то говорит, что он мало зарабатывает, спросите себя, сколько у меня айпоинтов, что я сделал для своего бизнеса. Хорошо, пойдемте дальше. Что такое айпоинтс? Айпоинтс — это создание большого бизнеса в интернете. Причем не только от ваших собственных закупок, но вы же участвуете в общем товарообороте. Поэтому даже те партнеры, которых вы вообще никогда не видели, никогда не знаете, вы профитируете от того, что они делают свои репокупки. То есть это даже не ваша команда. Это команда совершенно других людей. Могут быть китайцы, малазийцы, какая разница. У вас может быть сегодня маленькие выплаты. Если китайцы, малазийцы поработали, вы увидели большие выплаты. Почему? Потому что уникальная система заработка. И следующий очень важный момент, друзья, это ваша пенсия. Это ваша пенсия, друзья. Если кто-то не понимает, что такое iPoints, это ваша пенсия. Я сейчас обращаюсь к нашим партнерам, все видят. Кто-то вообще ничего не делал целый год, но продолжает получать деньги. Скажите, за что? Потому что вы в какой-то момент наработали iPoints и теперь участвуете в этом источнике дохода. iPoints — это ваше благосостояние, в конце концов. Это ваш источник вашего благосостояния, и это финансовая защищенность. Скажите, кто бы не хотел иметь финансовую защищенность? Все бы хотели. Но все хотят быстрых денег, участвуют в лохотронах, поэтому то и получают. Где участвуешь, там и получаешь. Правильно? iPoints — это ваш инструмент для заработка. Если вы правильно понимаете, о чем идет речь, вы всегда продолжаете зарабатывать деньги. iPoints — это ваше участие в трафике на автопилоте.
Если вы хотите зарабатывать деньги в интернете, вы должны владеть трафиком. Но даже если вы вообще не понимаете, о чем идет речь, потому что все идет на автопилоте, вы все равно зарабатываете деньги. Даже если вы не понимаете, что такое трафик, не понимаете и не надо, захотите, зададите пару вопросов и поймете. Самое главное, iPoints – это ваша уверенность, уверенность в завтрашнем дне. И iPoints – это ваш хороший сон в конечном итоге. Потому что, представьте себе, как хорошо, ты ложишься спать, и ты спишь хорошо, потому что знаешь, что ты уже заработал деньги. То есть ты ложишься спать и просыпаешься в хорошем настроении, потому что ты все время зарабатываешь деньги. Вот что такое продукт компании, друзья. iPoints. Владеете большим количеством iPoints, зарабатываете столько, сколько вы сами хотите. Что для этого нужно делать? Для этого нужно делать несколько простых вещей. Приглашать других на презентацию, чтобы другие поняли, и ответить им после презентации на вопросы. Сколько вы хотите зарабатывать? Еще раз скажу. 50-100 долларов? Пожалуйста. Хотите 1000 долларов? Пожалуйста. Хотите зарабатывать еще больше? Пожалуйста. Совершенно конкретный пример из бэк-офиса. Верхняя цифра. Вы все умеете смотреть и видите, что можно зарабатывать. Кто-то зарабатывает 100 долларов, кто-то 6 долларов, кто-то 2000, кто-то 3, кто-то 5,5, кто-то еще больше, может быть, зарабатывает ежедневно. Напомню вам, что мы получаем деньги ежедневно, не только получаем, но можем и вывести их ежедневно. Ежедневно. Вот о чем идет речь. Поэтому, друзья, все зависит только от нас. Только от каждого из нас, от правильного понимания. Скажу вам еще больше, что не так много маркетинг-планов в этой жизни, где можно зарабатывать такие деньги. Не так много компаний, где вообще в принципе можно зарабатывать такие деньги. Можно ли это зарабатывать в Access? Можно, 100%. Например, у нас есть партнеры, молодые ребята, этой девочке 26 лет, она зарабатывает 1 000 000 долларов в год. Поэтому пока кто-то ноет, пока кто-то не может понять, о чем идет речь, а другие люди зарабатывают 1 000 000 долларов в год. Я обращаюсь сейчас ко всем нытикам. Задайте этой девочке 26-летней, задайте ей вопрос. Я зарабатываю 6 долларов, почему я, слушайте, она просто упадет и будет хохотать. Скажет, ребята, слушайте, ну неужели вы не понимаете? Неужели вы не можете понять, что такое Access, для чего он сделан, что это народная компания, и мы здесь зарабатываем, мы участвуем. Причем вы платите, мы зарабатываем, мы платим, вы зарабатываете. Сегодня больше работают китайцы, чем мы, и мы это прекрасно знаем. Наша задача — создать нашу волну. Причем очень важный момент — это вывод денег. Вывод денег вообще без проблем. В любой момент в режиме онлайн-банкинг вы приходите и выводите деньги. Наша задача — понять, что именно в Access Marketing мы можем создать финансовую независимость. И все, что мы должны делать, это просматривать 25 сайтов ежедневно всего лишь навсего. И мы зарабатываем очень много рекламы. И мы зарабатываем еще бонусную рекламу, еще зарабатываем реворды, которые можем превратить в деньги. Система обучения, пожалуйста, друзья. Я говорю, то есть мы между собой говорим, кто хочет в кассу, кто хочет за деньгами, пожалуйста, идите в кассу. Кто хочет стать профессором, кто хочет научиться, кто хочет стать интернет-маркетинг-консультантом в свободное от бизнеса время, пожалуйста, он идет в нашу лавку. В нашу лавку, где у нас есть замечательные продукты. Кроме этого, у нас есть пошаговые инструкции, у нас есть помощь спонсоров. Поэтому, друзья, пожалуйста, кто хочет учиться, может разбираться в наших продуктах, в конструкторах сайтов, в доменах. Может разбираться в том, если кликать не умеет, мы научим просматривать сайты. В чем проблема? Научим размещать рекламу, научим создавать. Пожалуйста, все это у нас есть. Вы хотите создать магазин? Ну, пожалуйста, создавайте. Вы хотите разместить себя на доске объявлений? Пожалуйста. Вы хотите дополнительную рекламу? Пожалуйста. Вы хотите играть в игрушки? Скоро они выйдут. Вы хотите создавать мобильные сайты? Пожалуйста, создавайте мобильную рекламу, мобильное приложение, мобильный бизнес-каталог. Вы хотите зарабатывать на купонах? Вот сейчас, еще в этом месяце или в следующем месяце, мы получим очень удивительный момент. Для тех, кто хочет использовать продукты, кому недостаточно iPoints, кто до конца не понимает, что только здесь уже можно пенсию себе заработать, не только себе, но и своим детям.
А реклама, друзья, реклама, она пользуется огромнейшим спросом. Это уникальнейший продукт для сетевого маркетинга, потому что нам ничего не надо посылать по почте, все в интернете. Вы можете делать бизнес в тапочках, если хотите. А если вы еще оденете рубашку и галстук, ну тогда вы станете просто профессором, друзья, просто профессором. Напомню вам, что у нас три маркетинг-плана. Первый мы с вами рассмотрели, 35%, самый основной продукт, где находятся айпоинтс, и только вы можете создать вместе с вашей командой ваше количество айпоинтс. У нас есть маркетинг-план по продажам и нетворк-маркетинг. Напомню вам, что первые 35% мы с вами рассмотрели, вторые 35% участвуют в нашем маркетинг-плане, когда вы приглашаете других партнеров. 10 видов дохода, кому мало, я не знаю, все есть, абсолютно все. Давайте очень коротко я перечислю. Бонус прямых продаж, многоуровневый бонус, лидерский бонус, президентский бонус, инфинити бонус, ройти бонус, бонус быстрого старта. Кто участвует в промоушенах, пожалуйста, лэптоп бонус, топ-10 бонус и еще ежемесячный автомобильный бонус. Пожалуйста, все в наших руках. Карьерная лестница очень простая. Вы приглашаете трех серьезных людей, хотя можете любое количество людей пригласить в первое поколение, потому что маркетинг-план линейный. Но если вы приглашаете всего лишь трех серьезных людей, они вас продвинут по карьерной лестничке, потому что когда они станут голдами, вы подниметесь на платину, причем даже 2 плюс 1, третий он не лишний, он может быть просто на статус ниже всегда, и вот это тройка активных людей продвигает вас по статусам. С каждым продвижением вы получаете все больше и больше и больше денег, потому что чем выше по статусу, тем глубже в глубину. То есть пропорционально выполненной работе вы зарабатываете деньги. Но самое интересное, друзья, начинается тогда, когда вы становитесь Blue Diamond компании Access Marketing. С этого момента вы, начиная со второго уровня и на все уровни в глубину вниз, вы получаете Infinity Bonus. 1% от каждой покупки, от каждой репокупки всей вашей организации. Я вам скажу, что такого нет ни в одной компании мира, ни в одной. В линейных маркетинг-планах вы ничего подобного не найдете. Это уникальная разработка создателя компании Стива Реннера, который 10 лет готовился и просчитывал этот маркетинг-план. С этим инструментом мы можем зарабатывать деньги. У других этой возможности просто не бывает. Ее просто нет, этой возможности, потому что нет такого замечательного бонуса, как Infinity Bonus. Но если вы продвинетесь еще на следующий статус и станете Black Diamond компании, черным даймондом, вы получите еще 1% на каждую транзакцию с первого уровня и на все уровни в глубину, абсолютно с каждой покупки и репокупки абсолютно всей вашей организации. Друзья, кто считать умеет, он прекрасно понимает, что это достаточно серьезные деньги. Сколько у вас может людей быть в 3, 4, 5, 10, 20 уровнях? Пожалуйста, зарабатывайте. Вот эти ребята, которым по 26 лет, конечно, Black Diamond и компании, есть еще и дальше Black Diamond Ambassador 1, 2, 3, то есть карьерная лестничка идет еще дальше, и там еще больше денег. Поэтому, кому мало, пожалуйста, все есть, все в наших руках, абсолютно все есть. Если вы участвуете в промоушен, вы создали организацию, 200 тысяч сделала ваша организация, пожалуйста, $500 приходят к вам на счет. Что вы будете с ними делать? Все, что хотите. Можете забрать, можете заплатить за автомобиль. Если вы создали большую организацию, она делает достаточно большой товарооборот, вот как эти ребята, они получают еще совершенно дополнительно по $1500 ежемесячно. Плюс еще сейчас очень выгодно делать покупки, закупки, приглашать других людей, потому что ваши пункты будут удвоены. Но эти пункты будут удвоены для совершенно другого участия, потому что есть еще и другие бонусы. Потому что в конце года мы, во-первых, участвуем еще и в общей годовой прибыли компании, и еще участвуем с вами в акционировании. Поэтому, конечно же, если мы сегодня выполняем промоушен и все делаем, то это становится еще очень и очень более выгодным. Напомню вам, что в ближайшее время компания выйдет на биржу. И сегодня, если мы выполняем наши квалификации, мы получаем деньги, на которые сможем фактически бесплатно приобрести акции. Это совершенно дополнительная акция компании, которой вообще могло не быть. Но почему Стив Реннер делает это? Очень просто, друзья. Потому что Access, он говорит, это народная компания, это ваша компания. Поэтому будьте вместе с нами, зарабатывайте, и мы вам всегда поможем
Поэтому 15% общей годовой прибыли идет на стимулирование партнеров, активных партнеров, которые, пожалуйста, бесплатно купят акции. Все прекрасно знают, на начальном этапе акции всегда дешевые. Но кто их может купить, кто владеет информацией? Поэтому я абсолютно уверен, что через 2-3-4 года многие партнеры станут миллионерами только за счет приобретения акций компании. А если они приобретены бесплатно, ну так это вообще хорошо, это просто подарок судьбы. Где мы с вами участвуем? В 1,5 триллиона долларов индустрии. И давайте посмотрим теперь на стратегию успеха. Я вам обещал, я ее расскажу. Стратегия успеха в XS Marketing заключается в том, что мы должны просто-напросто ежемесячно приглашать по одному партнеру, желательно на золотой пакет на 2000 долларов. Одного в месяц. Скажите, насколько это реально, если вы активный партнер? Если вы понимаете, о чем идет речь, и можете донести эту информацию дальше. Одного человека в месяц. Давайте посмотрим, что произойдет в следующий месяц. Итак, в первый месяц вы пригласили всего лишь одного человека и научили его. То есть не просто пригласили и бросили, а вы научили, показали ему и вместе с ним помогли ему пригласить еще одного человека и сами, поскольку вы уже продвинутый товарищ, вы сами пригласили еще одного человека. Сколько всего вас вместе? Всего 4 человека. Ваша организация 3 человека на второй месяц. Кто-то скажет, слушайте, ну что это за бизнес? Слушайте, ну вообще никакого развития, да? Давайте посмотрим третий месяц в бизнесе. На третий месяц вы пригласили еще одного и помогли вашему партнеру. А уже ваш партнер, которого вы пригласили в первый месяц, тоже помог своему партнеру пригласить еще одного. Если им недостаточно, вы подключаетесь и тоже помогаете. В этом заключается активность, если вы понимаете аксиомы бизнеса. Хорошо, четвертый месяц, вы очень работаете, что-то результатов не видно, да? Вы говорите, слушайте, Игорь, ну что это за бизнес, я не знаю, да? Но всего лишь 16 человек, но давайте представим себе, что каждый из них ежедневно делает репокупку. Это закон. И вы в том числе. И ваши все партнеры, значит, вы уже очень много транзакций получаете ежедневно. Ежедневно, друзья. Не в месяц, не раз в месяц, не раз в год. А мы все делаем закупку ежедневно. Представьте себе, какое преимущество. Или вы участвуете в программах, где люди с ума сойти, ну хотя бы раз в год что-нибудь купили, люди говорят, слушайте, как мы любим эту компанию, причем тут компания, причем тут продукт. То есть если люди любят компанию, вообще ничего не понимают в бизнесе, да, вообще ничего не понимают. Потому что мы должны участвовать в таких программах, где каждый день что-то покупается. Вот Texas — это уникальная программа, где каждый день люди делают закупки. Хорошо, четвертый месяц, 16 человек, вы еще не поняли, о чем идет речь. Давайте посмотрим, что произойдет через год, если каждый ежемесячно приглашает по одному человеку. У вас будет организация 4095 человек вместе с вами. 4094 человека. Я вам скажу, что если вы дойдете до этого результата, вы будете зарабатывать 4000 долларов в день. Хорошо, 3,5. Хорошо, 3000 долларов в день вас устроит? Вот примерно такие доходы. Возможно, еще больше. Но как минимум, я говорю, это будут 3-4 тысячи долларов в день. Это за год работы. Скажите, если вы эту работу сделаете через 2 года, вы будете довольны плодами своей работы? Почему? Очень просто, друзья. Потому что никто не уходит. Все, кто приходят, отсюда никто не уходит. Даже если люди переходят из активного в неактивный, в пассивный просмотр, они все равно делают репокупку ежедневно. Вот именно эта формула, она работает в основном только для XS Marketing. Скажите, 2-3 года стоит потратить, чтобы выйти на 2-3-4 тысячи долларов в день? Если кто-то скажет нет, я говорю, ну, значит, у тебя что-то не в порядке с сообразительностью. Значит, может, кто-то хочет продолжать работать где-то на основной работе. Может, кто-то хочет продолжать терять деньги. Пожалуйста, каждый может делать все, что он хочет. Но, друзья, для того, чтобы выйти на 4000 долларов, все-таки что-то нужно сделать. Для этого нужно сделать первый шаг для самого себя и помочь другим людям принять правильное решение, объяснить им, о чем идет речь.
Если вы за 2-3 года или даже раньше, можете за год выйти, пожалуйста. Если будете придерживаться этой схемы, выйдите. Не будете придерживаться, значит, выйдите через 2 года. Не хотите, пожалуйста, можете вообще ничего не делать. Да? Но тогда вы никогда не выйдете на эти деньги. У нас есть люди, которые сегодня вышли на эти деньги. То есть есть совершенно конкретные примеры. Наша глобальная цель – стать интернет-маркетинг-консультантом. И мы сейчас находимся именно в нужное время, в нужном месте. И только вместе, вот только все вместе мы можем добиться этого замечательного успеха. Давайте посмотрим на наших китайских партнеров. Обратите внимание, люди собираются, встречаются, зарабатывают сумасшедшие деньги. Просто сумасшедшие деньги для интернет-бизнеса. Ну, в какой-то момент они выходят и встречаются лайв. Наша задача повторить их успех и тоже когда-нибудь встретиться. Стив Реннер и Боб Кинсела, пожалуйста, они готовы приехать в любую точку мира. Если вы можете собрать 500-800 человек, или даже меньше, 100-200 человек, пожалуйста, мы можем связаться, обратитесь к нам, мы свяжемся, у нас прямая линия, свяжемся с компанией и, пожалуйста, сможем договориться о встрече. Напомню вам, что именно сейчас мы находимся в так называемой прелаунч фазе, потому что компания после проверки приходит в себя, и сейчас будут новые продукты, поэтому именно сейчас у нас уникальная возможность зарабатывать. Хорошо, друзья, и я хотел бы пригласить сегодня Владимира Болдырева, который хочет рассказать свою историю и поделиться с вами своим отношением очень коротко к тому, как он относится к компании Access Marketing. Владимир, пожалуйста, я отключу микрофон, а ты, пожалуйста, возьми слово. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Дайте знать в чат, пожалуйста, слышно ли меня. Оценочку дайте, десяточку, единичку, троечку, пятерочку, десяточка. Все, спасибо. Спасибо, значит, хорошо работает. Добрый вечер, друзья. Давно, конечно, мы не виделись и не слышались, и этому были свои причины. Большинство людей, которые находятся здесь у нас в чате, в нашем зале, это уже люди, которые понимают, что такое INET Global, что такое Access, что он дает, и поэтому мы собрались здесь. Я вам хочу сказать только одну вещь. Подвести итоги за прошедшие 2,5 года, которые я работаю в INET Global. Значит, самое главное, что я увидел, это я увидел, что те партнеры, которые пришли в бизнес, я не говорю про себя, я проговорю и про тех людей, которые пришли в бизнес уже после меня. Им удалось, им получилось сделать так, что они вышли на пассивный доход. И я вам хочу сказать, что большинство людей за последний год, когда у нас закончились презентации, ну, практически не приглашали людей. И тем не менее, многие наши партнеры из Украины, России, Казахстана основным доходом своей жизни ежемесячно имеют доход от компании Access. То есть люди получили пассивный доход. Если я открою чат и спрошу вас, во многих ли бизнесах люди в интернете получают доход, то я прекрасно знаю, что большинство будет минусов. Потому что бизнес держится, как правило, год, полтора, ну, может быть, два. Да, мы любим зарабатывать деньги, мы любим интернет, мы работаем во многих программах, пытаемся зарабатывать деньги, те же программы, только можно понять, как работает программа, заходя в них. И вот когда в 2010 году мне мой верхний спонсор Сережа Райден предложил рассмотреть этот бизнес, я был очень удивлен, потому что компания предлагала рекламный бизнес. Все, что было до этого, ну, было связано с какими-то там бутылочками, таблетками или еще с чем-то. Когда я понял, что в остальных, в обычных бизнесах нет такой ниши, которую можно занять в жизни, а в рекламном бизнесе предлагается, тем более предлагается возможность не просто заработать рекламу, а выйти на стабильный пассивный доход. Вот под этим ракурсом я и начал рассматривать эту программу. Долго мы разговаривали с Сергеем, долго
пытались найти информацию. Он тоже к этому времени только-только начал работать. Опыта большого не было ни у кого практически. Больших денег заработка тоже не было в бизнесе. Но, несмотря на это, я сразу зашел на большой пакет, расставил все приоритеты и начал давать информацию. Именно передача информации позволила через некоторое время довести эту информацию до большого количества людей. Часть людей, конечно, проигнорировала, часть людей посмеялась, часть людей зашла на какие-то неимоверные деньги, $60 в бизнес, а часть людей восприняли этот бизнес как бизнес, которым нужно проработать. И вот у нас даже есть сейчас в зале человек, который через полгода вышел на статус сначала даймонда, потом Blue Diamond'а, и сейчас зарабатывает уже пассивный доход. Вот, рассматривая бизнес компании Access именно со стороны пассивного дохода, тот бизнес, который может принести каждому, кто заинтересован в деньгах, а в деньгах все заинтересованы, иначе мы по интернетам не бегали, то если кто-то повернется лицом к программе, кто-то посмотрит, как вот на слайде здесь китайцы работают, а китайцы пришли после нас, они значительно позже пришли. То есть мы сначала дали большой сдвиг, вообще-то с русскоязычной группы началось и развитие компании. Но потом, когда некоторые партнеры начали воротить нос от программы, говорить, что они хотели большего, ну, я вам должен сказать, что пассивный доход по своему определению, если в советские времена воспринимался, помните, как негативное явление, то на самом деле сейчас мы понимаем, что пассивный доход – это доход, который нам приходит за определенную деятельность. И если человек проводит в интернете определенную деятельность, вкладывает в свой определенный труд, то он получает определенные результаты. Как я говорил, в компанию я вошел в 2010 году, и я сразу начал давать информацию об этом бизнесе, в общем-то, как это начинают сейчас делать и китайцы. Люди, которые готовы к принятию информации, всегда есть. Процентное соотношение таких людей вы тоже прекрасно помните. На одного нормального человека приходится 10 потребителей. Вот поэтому все в наших руках. Если кто желает повторить подвиг вот этих людей, которых сейчас вы видите на картинке, они, я прекрасно знаю по информации в интернете, которая творится, что у них происходит. Ани Жан проводит занятия со своей группой 2 раза в день. Как вы думаете, почему она проводит? Она проводит, естественно, и не с 2-3 человеками, там полные залы, и она практически каждую неделю бывает в новом городе. И если вы видите, что еще 1-1.5 года назад Анижанка у нас каждое занятие присутствовало, то последний год ее практически не было. Почему? Потому что она передавала информацию. И она получила результат. И те люди, которые пришли значительно позже нас, уже достигли таких высот, о которых мы еще мечтаем. Поэтому я вас не призываю, не заставляю, я просто говорю, задумайтесь о том, что творится в интернете, у каждого из вас большой опыт, и этот опыт позволяет сделать нам правильные выводы. У меня все, Игорь, передаю микрофон. Владимир, большое спасибо за выступление. А я напомню всем нам, друзья, клуб миллионеров Access растет, ну, уже, можно сказать, ежемесячно. Есть люди, которые, это совершенно официальная информация от Стива Реннера. На одной из последних презентаций он сказал, ребята, я не понимаю, о чем вы говорите, что вы там ноете, плачете. У нас есть люди, которые зарабатывают. Вы хорошо сидите? Кто плохо сидит, сядьте немножко лучше, а то мало ли что. Получше сядьте, хорошо держитесь. Есть люди, которые зарабатывают $10,000 в день. $10,000 в день. Поэтому давайте посмотрим обращение Стива Реннера. Что Стив Реннер говорит? Что нашей целью является иметь как можно больше консультантов Access, имеющих право собственности компании, так же как и мы владеем этой компанией. Access — это ваша компания, говорит Стив Реннер. Вместе с вами у нас есть светлое будущее.
уникальный маркетинг-план, все, что с этим связано. Мы хотим, чтобы наша семья Access росла большой и сильной и стала первой компанией интернет-рекламы, интернет-услуг в мире, как только наша компания станет публичной. С вашей поддержкой мы можем это сделать. Работая вместе, мы сможем изменить этот мир. Спасибо, я вас люблю. Спасибо, Стив Реннер, основатель корпорации Access. От себя, друзья, я хочу сказать вот что. Смотрите, у нас есть сегодня клуб миллионеров. Ну давайте создадим свой собственный клуб. Или еще лучше присоединимся к этому клубу миллионеров, который уже есть. И у нас для этого есть абсолютно все. У нас есть инструменты, у нас есть система, и у нас есть примеры доходов. Поэтому, по большому счету, наша задача заключается в том, чтобы, во-первых, понимать этот бизнес, и во-вторых, дублицировать тех успешных людей, которые сегодня зарабатывают 2-4-5, с ума сойти, 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов в день. Но почему мы не можем это сделать? Можем, конечно, но для этого мы должны дублицировать успешных людей. И давайте, знаете, еще что сделаем? Давайте создадим пенсию за 1-2-3 года серьезной работы, за 1-2-3 года создадим пенсию каждый себе, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Понимаете, пройдет 1-2-3 года, вы посмотрите на тех китайцев, слушайте, ну можно вообще не пережить, можно инфаркт получить, и кто-то скажет, слушайте, я был на этой презентации, я был сегодня на этой презентации, на которой Игорь о чем-то рассказывал, Владимир подключился, рассказал интересные вещи, и я говорю, друзья, давайте встретимся через год. Давайте встретимся, давайте запишем. Сегодня 24 апреля, я себе пишу, 24 апреля 2013 года. Давайте встретимся 24 апреля 2014 года, неважно какой это будет день, запишите себе в календари и подведем итог, кто на что вышел. Конечно же, мы еще обязательно подведем наши итоги в конце года, потому что нам еще, слава богу, три квартала. Мы можем работать еще в этом году, но ровно через год. Давайте встретимся и посчитаем, у кого что получилось. И я уверен, что очень может быть, что в конце этого года у нас появятся новые миллионеры. Поэтому, друзья, скажите, я сейчас обращусь ко всем, кто был сегодня в зале. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто понял, что такое iPoints, кто понял, что такое продукт компании, какие-то уникальные возможности. Поставьте плюсики, кто не понял, поставьте минусы. Писать ничего не надо, не буду ничего комментировать, поэтому просто поставьте, сейчас мы и так уже с вами работаем 50 минут. Поэтому, пожалуйста, кто говорит, Игорь, я понял наконец-то, что такое iPoints, я понял, что такое продукт, поставьте плюсики. Кто не понял, поставьте минусы. Кто говорит, нет, я все равно не понял, о чем идет речь, я все равно недоволен, я все равно мне это все не нравится, тогда ставьте минус. Кто поняли, ставьте плюсики. Ну вот видите, я очень рад за вас. Очень рад за всех нас, очень рад, что вы помогаете, активно участвуете. Хорошо, друзья, спасибо всем за внимание. А сейчас мы перейдем с вами в комнату и встретимся с руководством компании. Там есть очень интересные новости.